My English is not very good, because I speak Russian. So. Очень сложный матч. Мы понимали, куда едем, с какой футбольной нацией мы играем. Британцы всегда отличались бескомпромиссной борьбой, поэтому... It's a very hard match. We know where we came, and we know the football nation we came for. And the Irish are always known for a very, very good defending. Поэтому самое главное было не уступить в борьбе, по максимуму всегда навязывать в середине поля компактность и плотность игры с каждым соперником. So it was very important for us to defend in the middle and to keep it compact and close game in the middle. Ну и использовать свои шансы. And use our chances. За счет контроля мяча и... For the controlling the ball. И мы наигрывали стандартные ситуации, хотя понимали, что ирландцы хорошо играют головой. We were trying to play the standard game, but we knew that the Irish are playing very, very good handball. Единственное, в чем я очень доволен, что мы забили гол ирландцам головой. And what I'm very, very proud of is that we scored the handball for Irish. Главную задачу выполнили, поэтому сейчас быстрее домой и готовиться к следующему матчу. The main task is completed, so now we're going back home and getting ready for other matches. Пожалуйста, ваши вопросы. Do you have any questions? Is there any questions? The number eight is the, I saw it's humbling, the break is down. Говорит, номер восьмой, что-то с ногой, он сломал ногу или что-то случилось? Ну, снимок еще не делали, поэтому сказать сейчас сложно. We haven't made any pictures yet, so we don't know what happened there at the moment. Сегодня вы избрали тактику с тремя центральными защитниками. Почему? Вопрос переведите, пожалуйста. Вопрос переведите. Надо переводить тоже? Да, вопрос надо. Еще раз, если можно. Избрали тактику с тремя центральными защитниками. Почему именно ее? So you have chosen the tactics with three centrals. Why did you choose even this tactics, three centrals? Но в общем-то мы понимали, что будет много верховой борьбы, и исходя опять же из состояния футболистов функционального, что если бы было два защитника, то на них бы легла бы очень большая нагрузка и пришлось бы. А так три распределилось, я считаю, груз нормально и практически больших проблем вас не пропустили, значит, все правильно. We knew that there's gonna be off game, so I've chose the three players to play in the middle, and basically they were strong, so I'm happy with this. Four bookings. Are you usually so undisciplined? Say again, sir? Four bookings. Yeah. For Dinamo. Dinamo normally that undisciplined. Говорит, что Динамо всегда такая недисциплинированная. Yeah, no. It's очень важно. Матч, поэтому нервы играли. It was very important game, so the nerves were played. Would any of those players be missing for the next match? Кто из этих игроков будет как бы сожалеть об этом матче? Ну, уже один так точно сожалеет, с красной карточкой. Уже не будет участвовать в следующем туре. И, естественно, он будет наказан, будет оштрафован. Of course, he will be penalized for this. Coach, in the next round you play Serbian opposition. This will be another challenge for you. В следующей игре вы играете сербскую оппозицию. Vojvodina, Vojvodina, сербскую команду. So yeah. Yeah.
И это будет как бы еще одна такая очень сложная игра. Легких игр для наших. There is no easy games. Поэтому будем изучать, смотреть. We will be studying and looking. И будем контр-игру свою тренировать. We'll try to play the counter game as well and to train our team. Did anything surprise you about the game, about the Irish thing? Что-нибудь вас удивило в игре ирландской? Нет, ничего не удивило, потому что я и как игрок играл против ирландцев, и как 2 года назад мы играли с Дерри Сити. Nothing was very surprising. I was playing myself as a player against Irish when I was a trainer of Shakhtar. Against Derry City. Поэтому мне очень хорошо знаком ирландский футбол. И то, что я ожидал, я увидел. I'm very familiar with Irish football, so what I have expected, I saw. Сегодня Сверчинский дебютировал за Динамо. Как вы оцените его игру? Today Сверчинский was debuting for Динамо. How would you rate the game of Сверчинский? Ну, он дебютировал не только в Динамо, он дебютировал и в новой позиции, поэтому есть, конечно, огрешность определенная, но he was debuting, в общем-то, not only for Динамо, for без ошибок футбола не бывает. Разберем. В следующей игре постараемся, чтобы еще лучше каждый из нас сыграл, из наших футболистов лучше сыграли. Поэтому каждый матч нужно еще прибавлять и прибавлять. Это не наш уровень, который мы показали сегодня. Поэтому есть куда совершенствовать игру.